Стримлю вроде бы здесь, если пропаду, ищите здесь, а тут можно поделиться деньгами. Срочно задонать им, а то он зрение испортит. Это правда, друзья. Нихуя же не видно. Друзья, еще за 50 рублей могу очки надеть. И стать Гариком Блинным Харламовым. Хотите? Да не, тебе дают очки. Да не-не. Когда я брит, мне не очень. Вот когда побрит, тогда я похож на планктона такого, типа программиста, который зарабатывает 300к в наносекунду. Да-да-да, есть такое. Ты когда ужин готовил, вышел в очках, ебать. Мы перерождаемся. Мне просто заказали свечку поставить. Я вот ходил, зажигал. Она все еще горит, но ее не видно, друзья. И от нее света особо, ну, такого не появляется. Свечка — это несерьезно. Мы что, в каменном веке? Где все-таки конг взять? Надень стринги. Надень стринги. Он попробуем через ПТС играть. Пахнет... Вообще, свечка должна пахнуть как Рафаэлла, типа, но... Запах... Просто воска. До сих пор не открыл... Свечка. У тебя свечка тоже есть? Так я же тебе давала понюхать, которая пахнет. А, было. Орешки, макадамия. Мир меняется. Ванилья. А небеса остаются. Го, инвейдить! А ты знал, что инвейдить? У нас миллиард контролей из Самира. Пиздец, у Самира столько урона промывали. Так, да, вообще нормально. Идем ебать этого деда. Можешь шляпу. Давай идем ебать деда. Нам дадут пизды. Все, мы не можем дальше идти, там младенец маленький. Может, теперь шляпу какую-нибудь? Плач. У меня, кстати, нет шляп. Вообще. У меня есть кепка в коридоре, наверное. Но как я ее надену с наушниками? Я сейчас не смогу, может быть, ну, чуть попозже. Когда я умру, у меня будет тест-таймер 40 секунд, тогда надену шляпу. Если не забуду. Спасибо, Бендитишин. Хуесос, Вэй. Как играть против него? Не попадать. Он будет спамить Ешку, скорее всего, который вот это, раскол Рамбла. Не попадать в него. Ну, ты разберешься. Так, эта штука заряжает ему автоатаки, да, когда он красный горит? Вообще, горит. Короче, прыгай ему ебало. Он будет стараться. Если он не долбоёб, он затаймит в тебя эфир. Но я думаю, просто прыгай ему на бутылочку. У него эфир есть? У него есть эфир, да. Здесь, блядь. У него несколько эфира, типа такой глазик по области, который присасывается, когда ты наступаешь в область. Либо просто пушечка. Эта штука долго кастуется, кстати. Да-да-да-да. Ну ты, я думаю, ты его забурстишь. Я тоже думаю. Ему очень тяжело, когда срезают расстояние. Быстро. Он удерживает. А что за дебаф на мне появляется? От огненной штуки? Блядь, горишь, и плюс он помечает тебя, следующий скин несет больше урона. Такая штука. Ну ладно. Он флешнулся от меня, если что. Мне чуть кулдаунов не хватило, чтобы добить его. Я тебе говорю, пососет. Похоронил сожаление вместе с моим именем. Он сейчас ТП придет. А, нет, он просто гридит. Говнюк сраный. Конквейер Амуму, джангл. Блядь, ёбаная автоатака отменилась, сука! Ау! Это не последнее поражение. Мне сказали надеть очки. Сука! Ёбаная авто отменилась. Это говноедство. Это говноедство. Блять, вот это... Ой, ты ёбарь. Вот эта хуйня в Лиге Легенд с ебучими отменами автоатаками. Вообще, автоатаки ебаные в Лиге Легенд. Согласны, чат? Раздражает очень. Не-не, он каким-то скиллом помещает меня. Это не горение.
Ну, я говорю, помечает, да. У него все скиллы помечают, и следующий скилл снимает. Хз, хз, Глэйд, завали ебало. Извини, Лен, перебил тебя, потому что Глэйд заебал. Ну, типа, он реально какое-то серьезное обсуждение решил поднять там, где я просто, ну, попросил одобрения публикой. Он не понимает вайбика. Он должен был сказать, блядь, да, Тидж, так есть. Ладно, не могу драться здесь. Мне нужен шлем, ведь я обычный воин. Когда Тидж что угодно говорит согласны... Для нас плюс мораль. Когда Тидж говорит на что угодно согласны, вы просто говорите да, согласны. Все. Типа, не надо ничего придумывать, друзья. У меня 5 амбуму. Нафиг он здесь. Аранти, разобей эту каточку для нас плюс мораль. Да разобьем. Леночка разобьет. Да? Я не жалею сильных. Так, а Мумыч на боте. Это файн для меня. Ну теперь супер файн для меня. У меня тут рядом джанглер. Привет, Кейси. Привет, Кейси. Какатки? Ужасно, мы 4 проиграли. Лесничак не сделает супер комбо через стенку, чтобы мы трахнули его. Мне еще на мид зафилило. Такой, отстой. Ау. Нихуя эта штука больно дамажит. Сколько у него маны? 315. Это точно инвокер? Почему только одно заклинание использует? Потому что все, что он может делать на лайне, за счет того, когда он будет клирить, это нажимать вот эту рамбло-полоску и... Ебать! Зеленый за 1000? Зеленый. Спасибо. Зеленый за 1000? Это спасибо огромное. Это спасибо огроменное, мистер Аноним. Это зеленый до конца. Это зеленый до конца моей жизни. Он мне, кстати, фиром легко сбивает мою вешку. Ну да, если тайм. Ну там несложно, походу. Ну, я же могу зафризить, да? Я не задаю. А зачем? Я стремлюсь обогнать его. У меня хп нет, что мне фризить? Ой, бля. Блять, опять же вот. На которую нужно взойти, не всегда высока. Это даже не всегда гора. Ты че, наверное, все время играет? Нет, с узбеками. Смешно. Если меня убьют, я хотя бы умру человеком. Что там на боте? Пора прилететь папе Пантеону. Ебать, это что? 4 человека. Сейчас да я. Ебать, 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 что там? Трек заказали. Да похуй, я ультую, короче, мне поебать. Давай, давай, давай. В ее, в нее. Жив? Нет, игнает. Мне кажется, что-то пошло не по плану. Почему-то Зайра с Джарваном стояли вот здесь, когда мы с тобой пиздили там, и у Зайры остался Игнайт, как думаешь? И у Джарвана остался Флэш. Что они делали? Потому что мы играем сегодня с особенными людьми. А что они делали, реально? С кем они дрались? Я не знаю, блядь, дрочили в кустах.
Дрочили в кустах? Зачем они? Надо на публику дрочить. Ну, да, да. Спокойной ночи, Стас. Тут, кстати, еще Клинс ушел. И флеш. То есть она полностью голая. Вот она не стесняется, да. Ее раздел? Выходит, блядь. Выходит, да блядь! Ау! Надо быть потише уже, поздновато так-то. Да, не верю. Надо быть поздновато, поздновато уже, поздновато. Так. Вот есть, короче, крутой вард какой-то вот так вот ставит. Что думаете о нем? Нахуя его так ставит? Я просто не мидлейнер, не шарю. Почему у нас на топе, блядь, ёбик на два? Дарис инцидент. Смертные оказались в ловушке между сущностями и даркинами. Не сможешь ее забайтить? Одолеем и тех, и других. Давай, забайте. Ну! Стремиться вперед не значит бежать от ошибок. Я вахую. Прошлое сражается на моей стороне. Такой чамбик прикольный, конечно. Что мне с ним сделать? Понтон, кстати, мега пиздатая озвучка, мне очень нравится. Гораздо лучше, чем английская. Такая колоритная. Нихуя он с камбы. Воу-воу-воу, блять, больно. Что за хуйня? Я не хочу подходить сюда. А мы на реке вот здесь. Что происходит? Вперед. Копье указывает только в одну. Быстренький ресет за эклипсом и возвращаюсь ульты. Забрал эту суку. Приняла меня с распростертыми объятиями. Чем, будем контестить? Да, 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 да. 100%. Я 100% контестер. Я колбастер. Меня ебет чел этот. Нихуя себе, блядь! Fair damage. Нормально, это ультрабосит. Однажды я слышал, как звон клинков затих. Изды дал. Еще одно такое копьё умрёт. От экзекьюта. Наверное. Вау-вау-вау. Это бы убило его. И продолжал двигаться дальше. Скиллы ищем. Должен был умирать сейчас. Где твой боевой клич? Ай. Ох. Он должен был умереть. Джангл на фоне кайфово играет. Джангл див.
Или, или это выгоднее? Не знаю. Зай ебешь? Зай ебет? Ой, как она ебет! Вау-вау-вау! Хороша, хороша, хороша с тобой. Спасибо. Мне нравится, как у Туплейна там вообще просто своя жизнь. Ну, Пантеон точно не лучший пик в Афхэе, лучше я понял. Я даже не знаю его кнопок, если бы я знал, то, что у него такой эфир есть дурацкий. Смертные просят богов о силе, которые у них уже есть. Есть, Хани. Чё? Зачем Джарван сидит в кустах дрочит? Я тебе говорю, он любит. Когда мир дыхает, мы должны помнить, что пьем предсмертные вздохи погибших до нас. Ау. Ау, блядь. Блядь. Вот! Нас выселят нахуй с квартиры! На 95 кс. Скейлимся. Тот, кто вкусил яд богов, вкладывает всю горечь. ББ — это единственная вещь, благодаря которой до сих пор сижу на стриме, хотя мне вставать через 3 часа, не плюс если ББ никогда, но вам не нужен. Всем спасибо и всем спокойной ночи. Что это такое? Что такое ББ? Ура, ешки Пантеона. Ой-ой-ой. Нормально, это шатдаун для саппорта жалкого. Ресетнулось, чтобы теперь опаснее играть. И больше рисковать. Ты умом. Воин должен слушать биение собственного сердца, чтобы чувствовать, что он жив. На Зарконе скоро. Еще стоит голый Герольд. Не успею. Блять, я слишком долго думал. Мир меняется, а небеса остаются прежними. Интересно, если бы я сразу нажал, мне кажется, может быть, даже успел бы. Если бы немножко на предикт еще кинул. У меня пинг в голове. А, Зелин, если что, без ульты. Это круто. Я остриё копья, направленного против слабости. Эх. Ой, сзади. Бегает кто-то. Я, кстати, Ривен не хочу видеть на этой драке. Чё-то прям совсем. Мне нужен шлем, ведь я обычный воин. Стою, драчу как Джарван в кустах. Блять. Зелен флеш. У него откатилась ульта. Блин, ты ебешь. Ебать, просто пиздец. Ты смурф? Я тебя затрахал? Нет. Мне помолчать? Я выиграю игру. Нет, разговаривай. Я просто выигрываю игру. Ну, это реально буст. Пиздец! Ленуся! Ленуся ебёт!
2400. Зря, наверное, вышку замаксил. Все равно даже с замаксиной вышкой я не могу прыгать в него. А Ешка Бурон дала больше. Даже пронзенный мечом я не отступлю. Писец. Они там поохуевали? Что это такое? Жизнь — это падение. Мы должны карабкаться вверх изо всех сил. Гривен 180 кс, бля. Рин сейчас заротейтится, может быть, мы сможем подраться. Она, скорее всего, сейчас на топ пойдет. Наверное, варды повсюду. Может быть, даже я сейчас на варде стою. Угу. Они, кстати, могут машорить? Нет. Все смертные, мои братья и сестры. Найс, это для нас. Куда он шишку, блядь, нажал? На адреналине. Дариус, ебать! Хорошо, Бантон, я не буду сдаваться. Найс! Рукой осталось не достать. Поэтому я целюсь в них копьем. Чё, цвет какой-то еще хотите или нет? Мне вообще общий свет включить или нет? Могу вот так. 1%. Мы шагали бы куда быстрее. Блять, со светом так прикольно играться. Я бы его слышал или нет? Я думаю, нет. Был бы Игнайт, может быть, да. Зачем он веб-камеры карту закрыл? Да вы что, ебать, сегодня в каждой игре узнают. Еще и по несколько человек. В ахуе. Я, видимо, популярный. Мне это пофиг, я просто лесника своего пытаюсь сберечь. Стань легендой. Стану понтон. Противник убит. Ого, Дарью соло килл, Ривен. Бессмысленно. Мы должны объединиться перед лицом смерти. Да ебать. Все. Что, как это не попало? Земля дает мне опору. Я сражаюсь с ней, Сайди. Блять. Ну ладно. Кани тут вафляться, у нас то пушится. Если бы стан не словил, убил бы хваем. Ну, тавер почти поломан, тоже норм.
Разве по персонажам в игре нельзя узнать информацию, чтобы стрим снайпить, причем без карты? Вообще не понял, о чем ты. Чел будет видеть, как в данный момент времени перемещается мой лесник. Как ему персонажи в игре дадут информацию, чтобы стрим снайпить. Будет знать, где варды стоят, будет знать, как лесник играет. Наверное, я хочу... Нет, я не хочу брузер Пантеона. Потому что у меня пута. Даже с меча, наверное. А, сразу не понял. Хорошо, спасибо. Да нет проблем. У каждого свое предназначение. Будет знать, когда скиллов... Да, так никто не упарывается. Я думаю, самое главное, это то, что видят перемещение твоего лесника. Потому что знают, когда можно, блядь, наглеть, когда можно не наглеть. Если у тебя второй моник есть, выводишь. Я думаю, какие-нибудь злостные стрим-снайперы могут прям подготовиться для этого даже. Чё бы поделать? Прошлое сражается на моей стороне. Ваншотнуть кого-нибудь, кто зайдет сюда? А кто сюда зайдет? На бутлей не такая пачка хорошая. Почему я на бут не пошел? Пока что Хвей самый скучный персонаж, который я видел в League Legend. По крайней мере, этот чувак играет им так. Подойти, нажать кнопку, отпушить вейв, отойти. Пока есть жизнь, будут и те, кто ее защищает. Молодцы. Я топ толкаю. Сейчас буду на таверте, главное. Кому-то из них придется сместиться. Я думаю, вы разобьете после этого. Да, мэф пришла. Мэф, хвей. Зара потолкала мид. Вот гуд-гуд. Все хорошо делаем. Мы все правильно делаем. Что-то нехорошее происходит. Блять, ебать у нее сустейн. Сука, был бы драктар. Ой, не драктар, а этот. Хуйня это. Коллектор. Ну, тавер снесли. Ну шор возьмем и закончим. Ривен флешилась? Вроде давно нет. Просто если она флешнулась, то все, она на ближайшие 300 секунд бесполезна. Бля, мне на нейтпэй кто-то что-то закинул. Донейт. Да она убирала раньше, чем вообще Ешку нажала. Финансы, транзакции. Кто-то мне закинул какой-то трек на Donate Pay, но у меня же выключены еще заказы. Как будто я на бот должен был идти. Хотя, начнем до загруппности и закончим просто. МФ прожала Йому. Окей, отпиздили ее. Тут. Она. Вот теперь она без слыша. Ей будет очень сложно что-то сделать. Я представляю, что уже упал. Я боюсь идти на бот. Лучше поищу килл слыша здесь. Я по факту меня просто я надо задефать все. У
Сейчас пачка сама подвез бота. Нам не хватает какого-нибудь паука хорошего. Только Зайра может. Пиздец контроля. Ну я пытался тездефть. Я застанил Ривен. Да они что-то слад заебали. Дали пожалуйста. Месть холодна. Но на горной вершине она бесполезна. Бля, это плохо. Бля, это... Чё, она выйдет? Ну, как ты не слышишь? Я тысячу раз доходил до предела и продолжал двигаться дальше. Эх. Это хуёво всё. Каждого поражения я бежал вокруг горы, пока даже стыд не оставался позади. Да, можно дождаться ворон. Долго вообще. Ну, ебать, они не выходят. Надо с плите их разделять, выбивать. Вообще, в теории, одного подцепить и все. Тебе нельзя в первых рядах стоять. Тебе типа надо дать фронтлейну пофронтлейнить. Никто не фронтлейнит, никто не влетает. Все фронтлейни, мы влетали, тебе не надо было просто нажимать Ешку сейчас вам. Учитывая, что у них зелен, ты не можешь так нажимать кнопки. Попробуй, типа, вообще не нажимать Ешку, просто стоять на кушке, стрелять, пока зелень не отдаст ульту, и после этого ты же можешь ресеты ловить. А в принципе фронтлайн у нас супер жирный, у нас Дариус, Пантон, Шарман. Тебя там по факту бить могут только слыша сейчас. Кого-то травмит, если кто-то подойдет. Сила богов всего лишь отражение нашей силы. Не, не закончено ульти, у меня урона очень мало. Хотя, ну, может, не супер мало, но говорить не звучит как будто хорошая идея. Не ошибаются сейчас. Играют осторожно.
Я слышал, как звон клинков. Охуенная шишка. Спасибо, Ангел Рафа. А Бусти, конечно, попизже. Но спасибо. Мое копье тяжело, но жизнь еще тяжелее. Точно хотят за него подраться. Воин должен слушать биение собственного сердца, чтобы чувствовать, что он жив. Кто это нажал? А, наш. Надо не топнуть. Даже пронзенный мечом я не отступлю. Нарис выбил флеш из кого-то. Я не задаю темп. Я стремлюсь обогнать его. Короче, все ультра. Я хуй знает, у нас все в сердце вообще просто ужасно. Я двоих убил. Зеленый там ведь не успел. Бессмысленно. Мы должны объединиться перед лицом смерти. Мир меняется, а небеса остаются прежними. Okay. Моя воля дает силу копью. Что нас жестко перескелили, вот почему. Типа не то чтобы у них какой-то невероятный скилл героя, но у нас вообще фуфлы же. Суждено ли мне вернуться на ту ферму? Наверное, там сейчас пекут хлеб. Жизнь — это падение. Мы должны карабкаться вверх изо всех сил. А сразу же не играйте только. Я сражаюсь не за идею, а за людей. Они будут хотят что-то навязывать вам, пока меня нет. Ага, Дариус, блядь, слышал, он нас собрал. Подходи.
сойти не всегда высока. Это даже не всегда гора. Вот дальше толкать, потому что нет смысла сейчас идти. У меня все еще никто не идет, походу. Ривен только начинает ресетаться. Окей, все нормально, я внимание привлек, я тоже ресетаю. Ну там еще Амум ресетается. Вот, кстати, закетчить кого-то было бы сейчас неплохо. Амума нету, нам надо брать его. Тебе надо осторожнее играть. Прошлое сражается на моей стороне. Я не могу играть осторожнее Самира. Я понимаю, ну просто стой, типа, автоатаки давай. Блять, Самира не так работает. Да я в курсе, как работает Самира, но если ты нажимаешь Ешку и умираешь, от этого пользы тоже немного будет. Жди пока, типа, они, не знаю, контроль тратят или что-нибудь такое. Блять, у них дохуя контроля, я не могу просто стоять и ничего не делать. Я думаю, твои автоатаки норм дамажат. Лучше выйти просто. Так он через 40 секунд. И за счет нашего арбафа можно быть сильнее. Ну хуй знает. Если у Ривен газ сейчас. Есть фрукт на реке? Окей. Не, мне никто вообще не поможет, да? Блять. Ладно. Сейчас, может быть, да. Потому что я открыла. Дарюс, какой бездарный Дарюс. Ну, персонаж такой, блядь. Не очень много урона по Нексу дает. Из-за того, что они фулл пушены, они, скорее всего, будут это давать. Я отправлюсь в мир иной. Не знаю, я сейчас как-то очень странно вроде на драконе. Что нам надо было делать в основном? Ну, мы как бы были в позиции, но почему-то пошли все наверх. Мы были не с позиции. Ну, изначально было все норм. Когда тебя ставили, мы были не с позиции. Когда мы вдыхаем, жесты в тильте. Должны помнить, что пьем предсмертные вздохи. Ну, потому что, типа, когда стараешься, пиздец, как стараешься, и потом просто получается вот это, ну, это расстраивает. Я Йорли беру полностью уже. Оставалось только дожать. Окей. Ебать, слышно. Вперед! Копье указывает только в одном направлении. Осторожно, у вас нет двоих. Угу. То, что она визгает, это приятно. Да. Берсерки для бэкдора. Да мне не дадут за бэкдорить. Я не придумываю оправданий. Берсер, хз, есть ли смысл бэкдорить, когда мы сейчас выбили га? Может есть. Сожаление вместе с моим именем. Что происходит?
Почему мне пингует? Неужели не видел, что Камрин пришла выдавить? Смертные просят богов о силе, которая у них уже есть. Ты чел за одну кнопку чистит full wave. Если меня убьют, я хотя бы умру человеком. Но надо забить на это. Тот, кто вкусил яд богов, вкладывает всю горечь в слова. Осторожней. Блять, сука, я кликнул на какую-то хуйню, блять. Блять. Ой, блядь. У меня издержка была, я просто, блядь, не успел. Ну, игра. Но на шар как будто. Пиздец, они могут реально соул взять. Я думаю, соул. Что это? Что это за хуйня, блядь? Что ты просто мерки не взял? Мы отдаем уже дракона. Научиться жить. Я могу Йола ультануть. Я Йола ультую. Мне кажется, если мы... Ой, блядь. Да, все, пизда. Мне нужен шлем. Или... Размели дракона в один килл. Ну, на Ташора. Да какой, блядь? Вообще, кстати, без ММА не хочу знать. У меня хп вообще нет, в Заре тоже хп нихуя нет. На стриме просто, блядь, слушай, ваншотнет. О, да? Ну, ебать, мы сейчас времени нормально потеряли. У меня скоро флеш будет. Сумерки богов приходят каждое утро, когда наш мир сияет ярче звезд. Так, у них из реалий никаких нет, я пошел. Толканул. Минут катка, реально, кстати. Дота. Рукой до звезд не достать. Привет, с днем рождения, обожаю твою рубрику, зато бесплатно. Не понял прикола. Но спасибо за рейд большое. Надо нет. Вот здесь толкнуть. Дарюс нет. Давай, Mighty Dragon, нужен срочный анализ игры, как выиграть. 400 крипов, Ривен.
Я веду большой вейв. Приняла меня с распростертыми объятиями. Союзник убит. А, у меня же дезденс. Я думаю, что за хуйня. Надо было просто ультовать в ее трупик. Чем один гнип взяли? Надо вот это, наверное, заменять на вот это. Если я вместо ботинок возьму фантом денсер и буду критовать. Там же в ульте вроде может умереть. Может быть, не знаю. В любой момент касты. Он просто щекочет его. Мне, кстати, мана сейчас кончится. Я Ривен 1-1 убиваю, но никогда не угая. Может, я бы сейчас выжил, если бы крипочка побил под зелькой на вампирик. Но я что-то не понял. Блять, ёбаный Дариус. Умер. 70 секунд респауна у Дариуса. Enjoy it. Зелье только против чампа дает лайфстил. Охуеть. Я не знал. У каждого свое предназначение. Мой удел быть поверженным, чтобы подниматься вновь. Давай, Зайра! Нет! Мы упустили наш шанс. На старшем хорошо. А? Когда может, на шанс на старшем попробовать забэкдорить? Я представляю, да. Что уже упал. И тогда восхождение меня не пугает. Мне кажется, они кого-то оставят на деф, а возьмут какую-нибудь Ривен условно дракона, которая всех разобьет. Я стрелю копья, направленного против слабости. Какая веселая игра. Какая веселая игра. У меня такой веселой игры никогда не было. Дракон. Да, Мэти Драгон. Я повторю узор своих шрамов на нам небе. Очень нужен старший. Если они его заберут, мы проиграли. Я думаю, пробовать бэкдорить или нет. Мы как будто 5 на 5 не выигрываем. Так они-то думают, что... Они-то думают, что ты тоже будешь, поэтому у тебя есть так, но... Они все пойдут, что дракон, это 100%. Сила богов! Всего лишь отражение нашей силы. Да, мам, стягивай. На них хвей оставили. Потому что у него телепорт. Вообще? Ебать, что он сделал? Ладно, я понял. Мне сбили тут вижен. Живешь? Интересно. А сможем ли? Там еще два чела и глу хп. Гора отбрасывает тень на нашей жизни. А, да, бегу. Это килл должен быть. Пизда. Плюс 15 сюда! Да, мои плюс 15, блять, потом и кровью. Пиздец. Уверенная и легкая победа. Спасибо, дракончик. Это пиздец. Сколько мы играли? Час? Да, час. Ну, Хавей, кстати, с таким фармом, ебать, он вообще ничего не смог делать. Да, я юзлис какой-то. Плюс 32, нихуя себе! Сложная игра была очень. Очень сложная.